Сложнейший слог, глубочайший смысл, невероятная подача. В Ульяновске в эти минуты идет спектакль театра Олега Табакова «Рассказ о счастливой Москве». Андрей Платонов. Лекарство от болезней и прививка для тех, кто в театре впервые. Исполнители главных ролей советуют всем, начиная с театроманов и заканчивая новичками, смотреть именно его. Рассказ о счастливой Москве. Грудная клетка человека представляет собой свернутые крылья. И пока сам Бикин размышлял о человеческих крыльях, девушку пригласил танцевать механик Сарториус. Лететь или падать, окунаясь в советские лозунги. Возможно ли личное счастье без счастья всеобщего? На эти вопросы пытаются ответить артисты и зрители. Кстати, рассказ о счастливой Москве – тот самый спектакль, куда зритель приходит не расслабляться, а работать. Практически во все времена люди обманываются лозунгами. И сейчас то же самое происходит. Все это оборачивается потом очень горьким вещам. Москва – имя главной героини. Ее исполняет заслуженная артистка России Ирина Пегова. Девушка с громким сердцем – олицетворение наэлектризованного ожидания космического счастья. Будет ли счастье? Вопрос второй. Это, наверное, та роль и для всех нас, которая, ну, роль на вырост, которую можно играть годами, она будет как хороший коньяк, настаивается. Ты правильно сказал, молодец. Паника и отчаяние. От платоновского слога на репетициях артисты рассказывают, как слой за слоем вместе с режиссером Миндаугасом Карбаускисом штудировали предложение, отыскивая суть, пытаясь донести ее до любого зрителя. Я вот из Новосибирска. И по городам, в которые мы ездим, я не чувствую никакой провинциальности. В понимании того, что провинциальность – это, знаете, какая-то некая забитая публика. Нет, это всегда очень умная и тонко понимающая публика в любом городе. Есть, бывает, по-разному принимают, по-разному настроены люди. Люди уходят со спектаклей и так тоже реагируют. А мы презрительно смотрим им в спину, ничего страшного. Рассказ о счастливой Москве принес создателям постановки громкую премию «Золотую маску». Плоды работы над Платоновым театр-студия Олега Табакова показывает теперь столице и всей стране. Фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске и Димитровграде продлится до 16 сентября. Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести, Ульяновск.